Евгений Николаевич Шибанов – истинно народный художник России. И отнюдь не благодаря регалиям, их у него просто нет. Евгений Николаевич – наш земляк, родом из села Ват. И то необычное состояние природы, которое мы испытываем на себе в нашем городе вместе слияния великих рек, настолько повлияло на творческие способности художника, что не увидеть это в его живописи просто невозможно. Но так сложилась судьба, что становление творческого пути выпало на Ульяновскую область. И в 90-е годы, самые трудные годы для страны, когда большинство художников стали подстраиваться под зрителя-заказчика, он поступил наоборот. Вы сбежали из города. Из города сбежал. Да, почему сбежали-то? Для того, чтобы быть самостоятельным, найти свой путь, не похожий ни на кого, и сделать работу солнца, чтобы было солнце. Евгений Николаевич переехал в деревню Молвино Ульяновской области и превратился в главного бытописателя покосившейся русской вселенной с беспросветным весельем и разухабистой тоской. Как вам удается увидеть столько позитива, столько юмора, столько милого, столько смешного, когда все вокруг твердят, что русская деревня умирает? Откуда это? Вы где это видите? Всю жизнь, в общем-то, я из детства, в село Ват, с бабушками, с дедушкой, от них была исходила доброта и человечность. В каждой работе у меня и кошки, и собаки, это мои вечные спутники. Это он, художник Евгений Шибанов, увидел в своей деревне этих удивительных персонажей. Здесь, вдали от городской суеты, из-под кисти художника вышли картины, вдохновленные разговорами с соседями об урожае, о сенокосе, о приключениях отца и сына с соседней улицы. Эти ваши картины – это придуманный мир или это конкретные избушки, нет, конкретные оконца, заборик? Ни одной придуманной работы вообще нет. И люди конкретные? Прототипы людей, да? Нет, не прототип, конкретные. Конкретные люди? Все до одного конкретного. Они вас за своего уже считают? 30 лет не то что за своего, как за родного. Я, как говорится, уже, как они говорят, свой, 30 лет. Евгений Николаевич… У вас и люди вот за работой, и люди в бане, и люди гуляют, и люди выпивают. Вы с ними выпивали? Выпивал, обязательно. Ну и что, тяжелая эта работа? Приятная. Каждая его картина – это маленькая сказка. Смотришь на них, и хочется улыбаться, даже если они не самые веселые. Шибанов не рисует своих персонажей, он рассказывает их. Его сюжет вроде бы из нашей сегодняшней жизни, а манера – вне времени. Такое могло быть написано и сейчас, и 100 лет назад, и при этом все фантастически современно. А как вы относитесь к нашему сегодняшнему современному искусству? Я побывал на многих выставках, хотя и живу в основном в Молдове, но Москву посещаю часто, Питер часто. На пленэры в Черногории, там со всего света. Но что меня поразило, настоящих все-таки вот художников очень и очень мало. Трагедия нашего искусства, с моей точки зрения, вот современного, очень похожи все друг на друга. Много похожести. Любыми путями ищи, старайся, мучайся, ищи свою дорогу, ищи свою колею. Нашел колею и держись ее, но не подражай. К его картинам возвращаешься, как к любимому фильму. Хочется бродить по улочкам неизвестной нам деревни, заглядывать в окна, погладить кошку. По-моему, Шибанов очень хороший человек. Только этим можно хоть что-то объяснить.